В Астане готовится к Новому году. На столичном вокзале уже установили 14-метровую искусственную елку. Праздничный вид придали больницам и магазинам. До 25 ноября вся столица должна быть новогодней. Такая праздничная спешка объясняется тем, что президентов 40 стран ОБСЕ, подтвердивших свое участие в саммите, хотят встретить в новогодней атмосфере. Секреты праздничной подготовки Токжан Гани. Серый пейзаж столичного вокзала неожиданно разбавила зеленая красавица. Символ Нового года установили уже на прошлой неделе. Теперь 14-метровая елка своим видом согревает озябших гостей столицы. Вот 7-летняя Дильнас, приехавшая с мамой из Атбасара, не смогла удержаться, чтобы не запечатлеть себя на зеленом фоне. Куда смотреть? Устоять перед новогодней елкой, хоть и без игрушек, не могут даже взрослые. Арендодателям, которые давно облюбовали вокзальную площадь, колючая красавица скрашивает осенние рабочие будни. Чудесная елка и такая большая. И потрогай рукой. Какая красивая, потрогай рукой. Ну, здесь у нас работа недалеко. И когда смотришь на елочку, поднимается настроение. Ранним гирляндам рады и владельцы магазинов. Это своего рода завлекательная реклама. А в больницах иллюминация хоть и не влияет на поток пациентов, но создает предновогоднее настроение. Но так как нужно пораньше, и у нас еще не продаются новогодние, это у нас осталось с прошлого года, и мы украсили, чем могли. А вот Жанату Канапину украшать по принципу «чем смогли, тем и украсили» нельзя, ведь он занимается новогодним оформлением всей столицы. Обещает, что в этом году гирлянд будет еще больше. Причем игрушки в цехах мастерят в национальном стиле. Правда, этот фронт работ для жителей остается невидим. До 25 ноября мы оформляем город, как бы занимаемся оформлением у себя в цехах и делаем такие невидимые, такие для простого как бы, глаза работы такие. Это делается и ночью, и днем. Вот, допустим, например, вот у нас стоит дерево, а если присмотреться, здесь вот уже все в гирляндах. По команде Акима после 25 ноября у нас все зажгется, и люди сразу увидят все в один день. После беседы все тайное стало явным. Прозрачная иллюминация незаметно окутала все дома и деревья. Именно свет от гирлянд в декабре и должен скрасить долгие политические вечера зарубежным гостям. Если в прошлом именно 1 декабря президент страны зажигал главную елку столицы, то в этот раз, по словам чиновников от Акимата, в графике главы государства стараются найти другой свободный день. Тоже Гани, Адай Абди.